Березкин. Один пока Максим в чужой зоне, ему никто не помогает. Вот только сейчас подкатил Аверин, но было уже слишком поздно. У Максима Березкина хороший старт в этом сезоне был в ВХЛ. Андронов. Пас назад, Березкин, бросок получился, Аверин, добивание еще раз, там Андронов, Березкин, классный эпизод, и спасает Денис Костин. Два раза бросал Березкин, еще раз Аверин, но теперь уже в соперника. Ну а здесь бросок Березкина раз, бросок Аверина два, бросок Аверина три, бросок Березкина четыре, и по сути, вот именно последний бросок Максима Березкина был наиболее опасным, да еще и здесь Аверин угрожал, то есть потенциально пять бросков, но Аланов последний принял на себя. Отличная смена.